Всем привет! Blender 2.81. Продолжаем изучать эту программу. И этот ролик уже по анимации и аддон. Погнали! Итак, куб можно удалить. В чем вся фишка? Открываем файл. У меня тут персонаж есть FBX, импорт. И вот такой вот, где он тут? Вот он. Это вот по прошлым роликам именно болван. Так, S английская. И вот такая у него анимация. Вот он бежит. Вы уже видели в прошлых роликах эту тему. И что вот можно сделать? Можно сейчас выбрать вот этого вот персонажа, кости. И файл сохранить именно экспорт, как BVH. Файл вот этот. Давайте сохраним на рабочий стол. Ну, пишем что-нибудь бег. Сохраняем экспорт. Вот сохранился BVH файл. Это вот анимация вот этого вот скелет. Вот этот персонажа. Персонажа теперь можно удалить вместе со скелетом. Delete. И если вы сделали своего персонажа, вставили ему кости и, допустим, арматура Human. Вот это ваш персонаж. То подгружаем именно аддон, преференции, находим аддоны и install. Подгружаем скачанный аддон. Ретаргет BVH. Когда он подгрузится, то находим его вот здесь. Анимация BVH ретаргет. Вот этот. И ставим галочку. Закрываем. Заходим на вот этого хумана и нажимаем табуляция. Нужно вот эти косточки грудные удалить, потому что будет капризничать программа. Ну и все кости, которые будут не соответствовать именно костям BVH файла, который вы будете подгружать, будет капризничать. Так, теперь табуляция. Заходим в N-панель и вот BVH файл. Теперь load and Repair, Desktop и находим BVH файл, который мы вот сохранили. Так, он у нас, вот он. Мы его подгружаем. Вы видите, наверное, что вот где курсор бегают циферки, идет загрузка. Все, он не капризничает. Включился ОК. И смотрим теперь анимацию. Вот он теперь у нас гражданин бегает. Вот такая подгрузилась ему анимация. Можно еще взять какого-нибудь, допустим, персонажа и подгружать другие ему именно вот эти движения, другие скелетные анимации. Скелетные анимации можно скачать, также можно их в Миксама самому сделать. Ну и вариантов валом. Вот теперь опять же жмем ОК. Ну и смотрим, что у него теперь будет за анимация. Вот это все BVH я сделал именно с Миксама. Взял болвана, загрузил. Сохранил его именно с анимациями вот этими и сохранил как BVH файл. Вот теперь можно все вот эти вот анимации применять к любому персонажу, у которого будет вставлен рик. Вот этот. Или ваш другой. Но опять же, кости, назначение костям не надо давать. Тут фишка в чем, что вот в постмод вы видите, что кости не назначены. Они чистые. Допустим, если мы сейчас вот давайте вот этой кости
вот это и вот этой поставим Ctrl-Shift-C Inverse Kinematic. Зайдем теперь, допустим, в Object Mode и посмотрим, будет работать анимация или нет. Но анимация работает вот таким вот образом. Также эту анимацию можно попробовать переписать вот здесь. Можно что-то свое добавить. Вот выбираем Pose Mode. Выбираем вот эту вот косточку. Жмем G. Вот эту кость вот так отгибаем и перепрописываем. А. И. Lock Rot. Ну и смотрим, что теперь получится. Вот рука дернулась. Можно уже работать, переделывать кости, переделывать движение, назначать, значит, костям Inverse Kinematic и так далее. Все функции, которые позволяют костям двигаться по прошлым роликам. И будет прикольная штука. Ну, вот такой BWH файл. Shift Animation Keep Field. Короче, тут надо все переводить. Я вот недавно только о нем узнал. И хотелось бы вам его вот именно показать. Как он работает. Здесь уже более-менее очень много функций, которые нужно будет потихоньку изучать. Если вам будет это интересно, могу снять ролики именно вот по этой теме, полностью уже раскрытие. А так как для информации, вот такая штука есть. Все, всем пока, до свидания.